It's hard to breathe, but that's alright. Hush. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «Участвую». И все, ты уже участник. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, и у нас будет он с реакцией. Да, ребята, у нас будет сегодня реакционный ролик, и я знаю, что такие штуки вам нравятся, чертовки заходят, поэтому, если вам эта тема опять же зайдет, ставьте свои лукасы, что-нибудь интересное мне пишите в комментариях, что еще можно поглядеть, посмотреть, вот, и... Естественно, ребята, конкурс от меня на целых 60 контейнеров, 60 ультра-контейнеров, которые еще можно еще забрать деньгами, если, допустим, вам конты не нужны, либо вы в танки просто-напросто не играете. Для этого нужно поставить лайк данному стриму, подписаться на мой канал, написать в комментариях свой игровой никнейм, со словом «Участвую» и поставить код автора Вайдера в настройках. Заходим в настройки, соответственно, аккаунт, нажимаем на «Изменить», Вайдера выбираем, и все, вы участвуете. Вот, ну, если хотите себе какую-нибудь такую вот Теслу красивую, прям распрекрасную, раскрасивую. Так, короче, есть у меня один очень интересный ролик, шоу ТО, выпуск номер один. Вот, у нас человек записал такую штуку, я уже начал посмотрел, и как бы реально, ну, годная штука, поэтому я, естественно, ребят, сразу ставлю лайк. Подписчику на канал тоже, соответственно, форме. Ну и колокольчик, естественно, тоже нужно, потому что, ну, выпуск реально интересный. Поэтому, ребята, ссылочку на это все дело я оставлю в описании. И даже не постремаюсь вам такое дело порекомендовать, что давайте устроим мини-конкурс, это чисто на 10 контейнеров. Для участия нужно будет подписаться на его канал, поставить лайк на вот этот вот ролик и написать комментарий «Привет от Вайдера». И буквально через 3 дня я выберу победителя, который, соответственно, и получит у нас этот приз. Поэтому всем удачки. Так, ну а мы погнали, ребята, делать реакцию и смотреть, что же это у нас за шоу того выпуск. Поехали. Забавные моменты. Интересные баталии. Блин, я... наверное, многие, возможно, даже и не вспомнят такой штуки, но раньше, когда я помню, были кассеты еще такие пиратские, там вот перевод что-то вот такого плана был, типа «Забавные моменты, Эфель меня представляет». Вот эта тема мне прям очень сильно понравилась, я говорю, блин, нужно по-любому записывать, поэтому давайте. Эпический экшен. Все это что? Что? О! Давай. На грани. Леттер начинает наш крестовый поход. Ага. Медленно, но верно он приближается к своей цели, объезжая соперников на максимально безопасном расстоянии. Осталось чуть-чуть, и как оно бывает, засада. На характере будет ставить флаг. Это не так просто. Сейчас появится ой-ой-ой. Еще один шанс. Его также забирают смурфики, и Спай исполняет возврат на грани. А, так это еще здесь у нас такая тема, типа нарезка каких-то киберспортивных моментов, да? Как я понял, не только, потому что, смотри, нарезочка у нас с канала Стрим ТО. Страйкер, на фулдропе. Стрим ТО. Привет. Настоящая драка до первой крови, и все же хладнокровный Киор выходит победителем. С этого момента начинается математический расчет. В запасе ремкомплект. Забираем дабл армор, корпус в исходное положение для лучшей управляемости. Дубль 2! Страйкер не попадает большинством! Киор пытается давить! Время аптечки! 70% на победу и завершение маневра! Не в обиду сказано, но... И Рассел открывает первое убийство! Вот такое комментирование смотрел. Салфа Андра с продолжительной атакой! Грамотно занятая позиция! Нужно подгадать момент и дать прямо по носу соперника! Киор, попытка увоза синего флага, но тут все контролируют. Рассел поборется за тайминги. Опа, и упускает свой шанс. Делаем третий килл и включаем берсерка. Намечается ПВП с леталом. Положительный ответ. Следующая задача отнять флаг у оппонента. Отлично, продолжаем. Просто вообще выше всяких попал. И заканчивает свое выступление шестым убийством. Неплохо, неплохо. Шахматная перестрелка. ЛСП выкуривает клапи по нужной ему траектории. И в это время никто не заметил. Но уже лежит новогодний... Кстати, к слову, ну, я не знаю почему, но вот такую тему, такую нарезку прям интересно смотреть. Прошло... А, блин, ни... Ай, а что такой ролик у нас коротенький?
Блин, я бы реально смотрел еще и смотрел. Как-то две эти минуты так налегке прошли. Подарок для красного игрока. Продолжение активного давления на соперника, и вы достигли нирваны. Волевое решение. Привет, играть на секунды. Кут берет на себя проблему с вражеским флагом. А вот красным флагоносцем займется I don't mind. Внимание, время. Больше 10 секунд. Начинается ПВП в клинче. И красный игрок промахивается. Следующий рисунок отправляет противника в ангар. Возвращает флаг. В это время Кут уже взбирается на хайграунд. И в нужное для команды время осуществляет доставку. Все? Блин, ну, я не знаю. Я даже комментарии оставлю. Очень круто. Очень круто. Мне реально понравилось. Вот к слову, без всякого вообще вот этого, знаете, задирства, придирства к словам там и так далее и тому подобное. Потому что чувак реально интересно комментирует. Плюс это все еще сделано в нарезке с монтажиком. Вот единственное, что мне кажется, как-то... Ролик немножко, может быть, у нас коротковат. Хотя, возможно, это, опять же, чисто я придираюсь. Потому что, ну, согласитесь, приятнее посмотреть какой-нибудь ролик, который тебе очень понравился, и при этом ты думаешь, блин, вот был бы он немножко подольше, вот просто вообще выше всех похвал. И ждать потом в дальнейшем следующие ролики. Нежели, соответственно, растягивать их на какое-то нереальное количество времени, на 30-40 минут, соответственно, потом сидишь, ты уже не знаешь, что делать, и досмотреть как хочешь, поэтому... Это, может сказать, и плюс, и минус. Наверное, больше и плюс, потому что, ну, больше завлекаловки хочется. Вот такой, ребята, у нас сегодня получился обзорчик. Вот такая реакция у нас, соответственно, заехала на каналчик. Поэтому, если вам понравился этот ролик, вы хотите поддержать автора и поучаствовать в конкурсе, переходите, ссылочка на канал и этот ролик у нас будет в описании к данному видосу. Поэтому, с вами был Вайдер, всем спасибо большое за просмотр, всем пока-пока. To a freak show.